Конкурсный отбор пройден. Дорожная карта защищена. Паспорта мероприятий программы по повышению конкурентоспособности вузов в стадии разработки. И сейчас самое время внедрять проектный подход и организовывать офис управления проектами. Именно этому был посвящен семинар рабочей группы университета в контексте программы 5.100. Необходимо изменить некоторые внутренние процедуры взаимодействия между структурными подразделениями, обеспечивая их большую открытость, большую коллегиальность в принятии решений, нежели существует сейчас. Но, в принципе, эта система коллективного принятия решений в университете достаточно хорошо отработана за весь период развития университета, и надеюсь, что глобальных проблем здесь у нас не будет. Первоочередные задачи проектного подхода сводятся к персонализации управления проектами, в основе чего лежит бимодальность, а также к привлечению профессионалов и формированию кросснациональных команд. Главный инструмент – офис управления проектами, а залогом успеха подобного стратегического подхода является планирование.